Проверку документов сегодня производят в индустриальном микрорайоне. Здесь организовано несколько уличных торговых точек. Однако разрешение оказалось на руках не у всех. Этот продавец утверждает, что привез мясо для продажи из Алтайского края. А про то, что для этого необходимы документы, он якобы не знал. Необходимый перечень документов – это заполнить заявление с копией паспорта, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, да, и свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Нарушителю предстоит заплатить штраф. Если правонарушение зарегистрировано впервые, то сумма составляет от 300 до 1000 рублей. За повторное нарушение от 1 до 2000 рублей. Представители комиссии отмечают, почти треть нарушений в Искитиме совершаются неоднократно. Однако со следующего года меры наказания ужесточатся. В связи со вступлением в силу изменений в законе размер штрафа будет составлять от 3000 рублей и выше. В этом году запланировано провести еще не менее трех проверок. В основном они будут проходить на так называемых елочных базарах.